Не только обеспечить всем необходимым, но и поднять боевой дух. Мобилизованные ульяновцы должны быть готовы и физически, и морально. Для этого в межвидовом региональном учебном центре устроили просветительско-развлекательное мероприятие. Представители регионального отделения общественной организации «Боевое братство» поделились с военнослужащими своими боевым опытом и дали жизненно важные советы. Но это вообще всегда, во все времена, крайне необходимый элемент. Даже в боевых уставах везде прописано, что командир должен знать и боевой дух своего подразделения, и противника. Это обязательное условие. Поэтому мы сегодня и хотим провести это мероприятие для поднятия боевого духа наших ребят, в первую очередь, конечно. Важной составляющей мероприятия стала лекция от Всероссийского общества знания. Ее провела преподаватель педагогического университета Инна Захарова. Она рассказала бойцам историю конфликта между Россией и Украиной, а также как братский народ стал вести антирусскую политику. Поддержать бойцов приехал сенатор Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибаддинов. Он ответил на интересующие вопросы и обещал помочь всем, кому необходимо. С каждой семьей отработаем, что необходимо. Надо будет там или органы местного самоуправления, или там со школы, с детским садом, или что-то звоните. У кого что, какие есть вопросы, обязательно укажите. Если необходимо переговорить тоже, дайте сигнал, соответственно, мы тоже отработаем, непосредственно уже с вами. Волонтеры всероссийского проекта «Мы вместе» провели анкетирование военнослужащих о необходимости оказания адресной социальной помощи их семьям. Мероприятие закончилось выступлением ансамбля «Песни и танцы» в Волгарии. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Управда ТВ.